Так, ну чё, ребятушки, всем доброго времени суток. Я решил я запрыгнуть в Fortnite. Ой, господи, Fortnite. Ой, боже. Переработки сказывается. For Honor наконец-то забрал сегодня приора. Катал буквально одну или две игры на нем. В тренировке не гонял, ничего не тестил. Приемы еще не заучивал. То есть мы будем учиться за него играть прям постфактум, прям на стримах. Смотреть, как работает этот персонаж в целом. Слушать ваши подсказочки. Вот. И учиться играть на своих ошибках, как обычно. Что у нас тест площадка? Помогите своей фракции завершить наибольшее число боев в режиме захват территории. Ну, как раз то, что надо. Обновление рейтинга. Да, спасибо. Это мы знаем. Это мы тоже знаем. Что у нас там по приказу висит? 18 убийств в режиме дуэль. Играя с любым игроком. Давайте пока поменяем. Но если есть на что. Совершить серию с 5 убийств, ни разу не умерев. О, не знаю. Совершите убийство 24, играю за убийцу. Ладно. Сейчас посмотрим на тест-площадку. Контент находится в разработке и может не попасть в полную версию игры. Оцените грядущие изменения до их внедрения. Ваша статистика не изменится. Прогресс будет таким же, как и в других сетевых режимах. Как в других в сетевых режимах. Понимаю. Хорошо. Ладно. Сделаем вид, что так надо. Ладно, мы пойдем в свои битвы классические. Будем разгонять, фармить шмот. Так как мы уже настроились, что это будет наш мейн, ближайшие стримы, ближайшее время. Можем смело фармить шмот. Почитаем потом все перки. Он, собственно, Грифон, да, подъехал. Ранний доступ 13 дней, 18 часов. Понимаю. Вот она наша приора. Темная приора. Боже, все не могу вспомнить, как ее еще называют. У нее там есть второе название, помимо Dark Prayer. Там есть какой-то типа не Gunslinger, что в этом роде. Надо к мопсу зайти на канал, посмотреть еще раз. Он его обычно вроде... Или... Не моб. Кто-то другой. Не моб, кто-то другой называет постоянно. Не помню. Отлично, наверное, с пати. Начало в идеале. О, купил приора. Да, сегодня забрал приора. Вот прям пару часов назад. Еще особо не накатывал. Буквально одну или две игры сыграл. Вот видишь, у меня только щит поменялся. Вот. Ну да. Поменяли, перепрыгнули на приора. Будем его мейнить сейчас. Будем разгонять чисто на стримах. Буду стараться не играть вне стримов. Если разгонять будем все это на стримах. Перезаливать все эти разгоны на YouTube. Сделаем там отдельную вкладочку. С For Honor. Вот, и там будем выкладывать. Посмотрим, или записи стримов с приором, или же будем делать нарезками. Сегодня дрот будет боксов на все стримы. Неплохо. Надо себе эту апку туда подвязать, наверное. Да, Грифона я уже видел, но он только, я так и не понял,
Да, и вообще новый сезон. Да, новый сезон тоже оценил уже. Радует как заставка, так и музыка, потому что предыдущая заставка, как предыдущая музыка, раздражала просто до ужаса. Меня прям аж подташнило немного. Прям что-то аж вот прилично надоело. Она мне изначально не очень нравилась. Этот сезон, вот этот вот кровавая эта заставочка, прям фу. А вот Mayhem, да, мне понравился. Хочу в тестовый режим запрыгнуть. Я думал сейчас запрыгнуть, но там что с дуэлем, там низкая активность на коробке. А в захвате 4 на 4, там средняя активность, то есть будет искать долго. А я, скорее всего, в хаб буду стримить сегодня не очень долго, то есть порядка уже час-полтора будут стримы. И потом мы вроде как обусловились с Ксюхой, что после этого прыгаем. Будем. Так, что это такое? Что-то мы не можем ничего заблочить. Сейчас от мобов упадем. Надо пойти похилиться где-нибудь. Вот, обусловились, что допройдем, наверное, Little Hope с Ксюхой. Там осталось, по идее, понты. Сейчас основной тест идет в захвате. Да, я видел. А что ты будешь делать? Да что такое? Я... Бред какой-то. Мне постоянно, у меня вот с приором та же фигня, что и с другими защитниками. Я прожимаю, ну, опускаю стик вниз, а он у меня при этом не уходит в защитную стойку. Ну, не в защитную, господи, я болен. Извините, я болен. Надо еще перепривыкнуть сейчас с конка. С того, что в конке-то можно было... Шаутбаши давать через уклонение постоянно, у меня на этом вся тактика строилась. А тут этого нету, тут только баш можно давать только вперед. То есть сбоку ты его не дашь. Ну уйди, ну чё ты сюда пришел? Видишь, я тут килы делаю. Ну вот и все, до свидания. Мои килы. Там тестят реворк персов. Как раз думаю проверить Сюгока и избу. Да, да, там реворки Сюгока и избы. Первых 4 перса реворкнули, я уже видел. Интересно, довольно интересно, что они там сделали в этот раз. Говорят, прям приятные реворки вышли. Ну и куда она начала валить? Она испугнул. Конечно, как не одно, так другое. Да, я даже не успел ставить защиту. Сюгока, хотя на буш тоже. Чисто буду пробовать чекнуть. Да, правильно, правильно. Я просто, опять же таки, у меня немножко другая приоритетность в этой игре. Мы заведомо планировали... Еще недели две назад мы планировали, что мы перейдем на приора и будем его мейнить. Будем учиться на нем играть. И может быть, когда разгонимся, уже будем изредка... Изредка будем его с... До свидания. Будем его изредка чередовать с конком. Так как конк на данный момент мой прям любимый персонаж. Он нам зашел больше всего. Мы за него более-менее научились играть. Но опять же таки за шаутбашей. Вот. Поэтому может быть... Не, ну я не отрицаю того, что там может очередь и до грифона дойдет когда-нибудь. И мы начнем грифона тестить параллельно. Вот. Но пока что... Пока что щитовики, как планировалось. Будем разгонять их. Возможно, еще со временем возьмем викинга. Будем тестить викинга еще. Ну, который, господи,
Ой, как он? Говорь, викингов-то вылетело из головы. Я же говорю, я дико рассеянный сегодня из-за того, что довольно сильно уставший. Вот, ничего вообще не соображаю. Вождь, вождя. Вот я вспомнил. Да, да, вождь. Все-таки ты же... Хотел приора. Да, я хотел приора. Я очень сильно пожалел, что не послушал Саню тогда, который сразу говорил, что Арамуса Шокоблока не персонаж. Вот. Очень сильно пожалел. Хотя у меня есть надежда, что его реворкнут очень сильно в этом сезоне. Я не представляю, но это должен быть просто полный реворк персонажа. Потому что, по большому счету, основная проблема в том, что у него нет никакой механики вообще в целом. То есть там нужно добавлять серию ударов с рейтами, там нужно менять технику персонажа, чтобы он бил не только... Ну, то есть у него основная комбинация — это вверх, сторона вверх, и все. Типа, и ты ничего здесь не поделаешь. Он читается, как не знаю кто. То есть ты даже с нубами, там, которые вот только начинают играть, да, то есть, ну там... Но это не средняк, это стартеры. То есть те, у кого... левел аккаунта до 10, ну там выше 3-го, 4-го, они уже выкупают его. Да отвали ты от меня. Не успел, надо было выйти он. Морамс типа софтвинты, да, он на софтвинтах построен, но все равно, ну типа... Все зависит, конечно, от против кого ты идешь в дуэли, но я, например, в дуэлях редко катаю... Я даже в бойню редко захожу, хотя вот у меня основной режим там, где я прям тестирую перс, получается, это фактически бойня. В основном, потому что дуэли здесь почти не работают. Вот, и вот в... Например, в бойне еще можно потестить там, в принципе, кого угодно. Там можно и за Арамусу немного пофаниться, да, то есть можно, типа, можно тестить персонажей. А вот здесь, например, когда ты в захват идешь, ну тут типа сорян, тут ты так не пофанишься. То есть вот я, например, более-менее получаю удовольствие за... Да ты посмотри, что делает, а? Надо было идти драться, надо было не отпрыгивать, все равно не ушел бы от двух убийц. Вообще никак. О, то есть, ну, я же говорю, софтвинты софтвинтами, а он все равно, ну, типа, в файтах 4 на 4, там, где на тебя реально могут напасть 3 человека, он вообще бесполезный, максимально бесполезный. То есть, конком ты можешь спокойно выстоять, выждать своих, или даже там одного-двоих убрать без проблем, даже на одной ярости. В целом. Вот. То тут, ну, типа, когда ты идешь Арамусой, ну ты дай бог, чтоб ты пережил файт один на один. Потому что я же говорю, когда идут такие довольно жестко дисбалансные катки, когда против тебя закидывают там чуваков с этим левелом там под. Ну, с ГСом под сотку 150, а у тебя 40 от силы. Типа сорян, но. Веселья будет немного. Нет. До свидания. Минус один. Что-то попрыгал возле нас. Куда? Куда он идет? Что ты? Куда ты валишь? Я тебя не отпускал. Нокнули, да? Отлично. Вот, поэтому да, я же говорю, он прям 6 убийств, 4 смерти, мы неплохо сыграли. Вот, я же говорю, конком я спокойно выходил, то есть вот у меня у конка там это был какой-то 30-й, наверное, да, то есть можно было уже поднять под полтинник, но я решил, что я не буду апать шмотки и затачивать, потому что решил первым заточенным персонажем сделать все-таки приора. Вот.
Но там под 50-й можно было разогнать спокойно. И вот я, допустим, 20-30-м выходил против сотых. Причем там было пару каток. Если посмотреть записанные стримы, там есть катки, там где прям вот, типа, у нас ГС идет где-то 20, 30, 30. Ну, то есть, давай пусть будет средний ГС 35, а у них средний ГС 100. Плюс-минус. Я выходил спокойно, разгамывал лица, набивал там около 8 киллов, 10 киллов, и мы втаскивали, у меня еще счет был на первом месте. Давайте наденем. Чисто, чтобы по красоте было. Распределить войска забыл. Вот, если же говорю, тут просто еще как бы параллельно фишка построена на том, что ну, это совсем не мой персонаж, прям вот ну, не мой. А у меня бывает такое, что когда я не могу, мне не нравится персонаж, да, ну то есть я не могу за него играть, там, мне что-то не подходит, то я просто тупо не могу за него играть. Вот, знаешь, как говорят, руки не стоят вообще. Вот где-то так это работает, вот руки просто тупо не стоят играть на Арамусе. То есть даже на Орочи еще более-менее, да, то есть я когда беру квесты там на Дейлике на 18 киллов убийцей, да, например, я спокойно прыгаю за Орочи, потому что это единственный убийца, который у меня есть. Вот, и я, в принципе, меня более чем устраивает. Я не учился на нем играть, опять же таки, я не зазубривал финты и все остальное. Но я спокойно выхожу и за 2-3 катки делаю свой квест. Это там, я не помню, насколько там, на 18 или на 24 кило убийцей. Вот. Ну, без проблем за 2-3 катки делаю свой квест. А вот Арамуса не. Вообще не. Он. Сейчас проверим мой любимый баланс. СБ, походу, станет имбой на убийство. Да, может быть. Еще не факт, но там очень интересно. Ее ребалансили. А, не, нормально. У них он на любой 1, 13, 1. 30. А у чувака 3 левел вообще, как бы. Но он нам не соперник, так сказать. Что первый, что последний. В их команде вообще, вообще не враги. Там только Синоби более-менее серьезный. И этот... Как он? Варвар. Не варвар. Горец. Но ей значительно собирается апнуть урон. Да, я знаю. Я как раз ей 8 престижа апнул. Неплохо. Неплохо. Не, у меня сейчас... Первый престиж на... Вот первый, самый первый престиж вообще я взял на Арамусе, пока учился играть вообще в игру. Вот, а потом вот я первый престиж взял на этом... На конке. И они у меня так и зависли. Ну, потому что, я же говорю, копили на приора уже. Сейчас приора взяли, и вот приора уже будем качать. В макс, пока не надоест, тогда уже будем свапать. Будем смотреть... Что-то я упорото как-то пошел на точку. Ну да ладно. Опа, идут. Сотри. Ты сотри. Ты ба, ты гляш отворят. А чё? О. Понятно. Не, я не могу пока разогнаться. Привыкнуть к темпу. И руки замерзли же. Сейчас руки отогреются немного. Надо печку включить. Тарадам-там-там. О, заодно может привыкну блочить сейчас. Что я на конке не блочу атаки вообще. Я постоянно через контратаку играл, через ворот и... ГБ. Здравствуйте. Нет. Это мой враг был. Иди найди себе своего. О! Вот это вот. Вот это вот дайте мне сюда. А, ага. А кто это у нас тут в угол забился? Еще без стамины стоит.
До свидания. Ну вот против своих ивов мне нравится играть. Они играть не умеют. И не умеют играть больше, чем я. Мне это устраивает. Чувствую себя отчасти каким-то нагибатором. Боже мой. Вы гляньте, что он творит. До свидания. Что-то я потерялся немножечко после первой атаки, которая по мне прошла. Прям аж очень. Надо еще это, сайд-атаку использовать здесь. Она же здесь полезная, дико. Она хоть и не дамажит. Я привык, что она дамажит. Выхожу первый раз в поле. Ну, типа, законка, да? Ты стоишь, вычищаешь. Или заурочи. Ты стоишь, прям вычищаешь здесь мобов. Выхожу за этого, за приора. Начинаю вычищать мобов. Смотрю, он не убивает их. Думаю, чего? Девушка, что с вами? Почему вы урона не наносите? А потом вспомнил, я же смотрел где-то еще у кого-то на обзоре, что она не наносит ей урон. Она просто расталкивает так прилично. То есть почти ГБ дает ей. Фактически. Причем он анблока был. Я думаю, о, да, вот это я рачок, конечно. Так что сверху вместе. Пойдем поможем. Потолкаться. С захватывает, смотри. Опа. Он пока он там. Господа, дайте я ресну союзника. Ну, отойдите. Поделитесь где-то в другом месте. А чё? Зона там, а... Не понимаю. Да боже, добей ты его. Это был мой килл. Ну ладно. Вон там два. Надо спасать. Спасать. Угу, понял. Погнали. Да, ну господи, выйди ты. Из дефа. Так, чё там? Точку нас захватить хотят, да? Ух ты посмотри, что творят. ГБ в ГБ не получилось дать. Успел. Блин, мог двоих спокойно убрать, если бы не затопил. Да, молодцы, ребята, красавчики. Вдвоем запинали, молодцы. Оба почти отъехали. Между прочим, если бы я его добил, надо было допушить тогда хотя бы. Если я уж так тупил безбожно, надо было на тупника хотя бы запушить его. И добил бы его спокойно бы вообще без проблем. Один на один разобрался с ней. Так меня просто посыпало немного, потому что я не знал, что делать. Подефать еще, подождать, пока они подспустят немного стамину, или наоборот, запушить, проатаковать. И в итоге я посыпался, не те кнопки начал нажимать. И слил. Боже, вы тут втроем надо идти. О! Здравствуйте. Ты посмотри, ну, мейн фича, стоять толпой забивать. Сзади вообще крипы добили. Я так тоже у себя один хрен повторю свои ошибки. Да, понимаю. Да, на самом деле самое важное хотя бы проговаривать вслух то, где ты вот безбожно ракуешь постоянно.
Когда ты начинаешь это проговаривать, ты как минимум заставляешь, ну, это работает где-то по принципу мантры. То есть ты как бы проговариваешь это вслух и начинаешь на этом циклиться. Здравствуйте. А что это у нас? До свидания. Здравствуйте и до свидания. Надо второе добивание попробовать, что-то постоянно добиваю одной и той же атакой. О, еще один. Блин, вот эти его комбинации, с которые ну, анблок, которые не сбиваются щитом, они раздражают. Надо с этим что-то делать. Надо как-то тренировку пойти против горц, походу, потыкаться. Привыкнуть, потому что я против него редко играю. Если попадал, то кунком, а кунком, извините, но контрится. Он проще, чем я не знаю что. Чем пойти чашку чая заварить. Просто становишься, начинаешь уворачиваться от его атак, давать ему шаутбаш пока, да и все. И он после этого просто разворачивается и уходит обычно. Не видел еще горцев с этим левелом ниже 100, которые хотели бы стоять против меня, ну, когда я играю конком, стоять в партии и вот прям долго со мной выпашутся. Они просто разводятся, уходят. То есть ороти еще да. Как бы тут еще дело в том, что я как бы играю так косо-криво за ороти. Но вот против ороти еще стоят, а вот против конка не, никто не хочет. О, погнали. Идем наказывать. Что там, ребята, любите, да, толпой на одного прыгать? А вот и наш любимый горец. Что там? Без стамины. Кто ты без своей стамины? До свидания. Где там третий? Опять горец? Ты посмотри, а? Ты гляш отворать. Ясно. Ясно. Мы почти успели их забрать. За печаль. Что за печаль? Теперь придется еще точки дефать. Сейчас они бегать, захватывать их начнут. Ну блин, могли же закончить. Ну что за... Да. Вот что бывает, когда у вас в пати бот. Хотя тут бывают боты, лучше плееров играют, поэтому... Я что громко сказал? Я просто, блин, перки все прожал. Ой, ну эти... Пилы все прожал. Ты посмотри. Да сойди ты. Я понял. Они втащат сейчас, короче, походу. Тупо за счет того, что у нас команда шарьебится, непонятно чем делать, они занимаются. Ну, обидно, да, обидно. Хорошая партия была. Довольно-таки. Ну, они, да, они просто втроем, вчетвером они стоят, давят по одному нас. Не, ребят, борода. Так не будет, давайте зачищаем, быстренько захватываем Б. Вот, теперь мы резнули своих. И надо их наказывать идти. Погнали.
Блять, вот этот забор стамины постоянно, это прям пиздец какой бред. Понимаю, отлично. Успеем резнуться? Должны. Нет, не успеем. А, ну она шресла, да, последний раз я забываю постоянно. А с чего им дает резнуться? Что за ересь? Блять, повезло. Ты совсем страх потерял. Иди топчи асфальт. Бесишь. Забираем точку А. Идем наказывать оставшихся. Ну. А, все. Ну ладно. Второе место. 642 очка, нормально. Я редко такое набираю. А тут одна из первых игр за конкой. Так прям хорошо пошло. Вкусно, вкусно. Мы неплохо начинаем. А где оценка игры, я не понял. Что это такое? Что это такое? А, у нас новый капюшон. Бам. Так, давайте распределим войска. Ай, надо было туда закинуть, пока. Ладно. Так, и, наверное, к карте мира посмотрим, что у нас там по шмоткам. Здесь же будем уже более-менее серьезно заниматься персонажем. Надо сразу подумать. Так, в любом случае, я бы не отказался поменять шлем. Хотя базовый капюшон не то чтобы плохой, но это прям красиво. Во имя чести. Принять участие в сезоне и посмотреть результаты в начале следующего сезона. Нормально. Так, капюшон мы взяли. Можешь апнуть два перка себе и качай сюда 7-го престижа. Два перка, ты хочешь сказать, что на серо-синих шмотках можно взять типа лекарство и бастион? Тут еще, блин, дай боже, чтоб повезло. Ну попробуем. А, ну да, тут я смотрю. Разницы никакой. Тут еще левел апнутый. Значит, это мы будем сразу разбирать. Нам нафиг не надо. Так. Шлем у нас один. А, ну нам больше фактически ничего не дропало. Единственное, что надо сразу в папке вкачать лекарство, чтобы перк не потерять. Вот. Ну да, я смотрю, у нее вот пока что у нее насыпают шмотки на как раз 100-100 плюс-минус. То есть 100 лекарства, 100 бастион. Соответственно, 6 вещей по 100, у нас 2 перка. Да, а вот дальше... Блин, я не помню, где посмотреть все перки. Мне интересно, что там у нее за синий перк. Ну, со статусом легенда недолго будешь выбивать шмот. Ну, легенду-то... А, статус дали, да? Я понял. Я что-то думал, что халявы не будет. Настиг где? Вот, я не могу понять. Когда ты просто в шмотках? А, вот, да, точно. Спасибо. Я что-то затупил. Так, у нас идет мстительная защита там. А, ну да, точно. Дает временный щит с 25 единиц прочности при выходе из режима ярость. Ну, тоже неплохо, кстати, довольно-таки. С учетом того, что это приор. Мы в рейдж будем впадать довольно часто. Дай бог научиться впадать 2-3 раза за
поэтому ну, за один замес. По сути, как раз нам сильная защита нужна будет. Снижает получаемый урон на 10%, если герой находится в зоне или несет знамя приношения. Понимаю. Новый рассвет, крутая штука. Последний перк. Вот он прям хороший. Прям вкусный. С учетом того, что у нас саппорт танк, как раз такой. Your average paladin. И третий, смотря как больше отыгрываешь, либо лечилка, либо бастион. Ну да, я понимаю, что тут ситуативно. То есть ты или постоянно стоишь на зоне и дефаешь, или ты наоборот бегаешь, убиваешь. Ну тут будем, да, смотреть уже, когда начнут подходить синие шмотки, более-менее подсыпаться. Будем смотреть по ситуации. Сейчас мы попыхтим немного, пока разбираемся с этим всем. Так, то есть по-хорошему. Я даже не буду пока, наверное, тратить материалы, пока не надропаются шмотки. Плюс-минус суммарно на бастион полный. И там уже будем распределять очки на лечилку и на бастион. Но с бастионом, последним рубежом и мстительной защитой просто на изи выживался. Ну да, я понимаю. Я понимаю. Да, то есть я же говорю, получается, если ты вот дальше, допустим, ты свапаешь перк с лечилки на синий этот, на мстительную защиту, то тут у тебя остается уже вопрос. То есть или ты в бастионе берешь бастион мстительную защиту и стоишь на точке, дефаешь, причем на точке там, где они больше всего сбегаются, чтобы стоять и стакать себе и рейдж постоянно. И как бы, по сути, получать меньше урона за счет бастиона. Вот. Или ты, наоборот, мобильный. Но при мобильном, мне кажется, по большому счету, типа, если ты играешь за приора, который бегает и убивает, то у тебя должно быть лекарство и кошачья грация тогда. Чтобы ты мог быстро перебегать и просто бегать там, добивать всех. Но у меня просто не такой типаж игры, поэтому в основном у нас будет вот бастион и мстительная защита. А дальше будем смотреть уже, когда поднаберем шмота, поднаберем... уровень. Не, кошачья грация вообще, как по мне, бесполезный перк на... что на этого... что на басте... что на приора, что на конка. Причем конк еще и бегает сам по себе быстрее, чем приор. Как по мне, по крайней мере, я не знаю. Я не смотрел на сухие цифры, но как по мне, по анимации, конк бегает намного быстрее. И зачем там конку кошачья грация, я вообще не понимаю. Это для меня вообще какой-то упоротый прикол. То есть странно, система работает. Но тем более, все-таки, ну, как бы это танк. Вот у него вообще, как по мне, не особо должен быть перк на скорость перемещения. Лекарство, бастион, мстительная защита, рубеж, на крайняк набор веса. А, новый рассвет. Ресать. Если бы она еще, конечно, скорость реса повышала, было бы вообще четко. Было бы вообще прям вкусно. Там на 2 секунды, допустим, срезать с этим перком скорость реза союзника. Это было бы вообще... А новый рассвет это у нас получается бирюзовый перк. Соответственно, я так понимаю, что ее вообще нет смысла одевать в бирюзу, типа, или можно как-то... А, ну там же предыдущие перки тоже даются, по сути. Ну, хз. Кто же не медсестра? Такая, кто? А кто медсестра? Тут, в принципе, хилов нету как таковых, поэтому...
Да и многие сами быстрее резаются, не успеешь поднять зачастую. Да, вот это да. Ну, то есть я же говорю, вот в том-то и фича. Если бы рассвету, если бы апнули рассвет и дали бы там еще сокращение скорости реса, это было бы четко. То есть, допустим, пусть будет не 70% хп, да, там 50, 55, 60, допустим, но при этом на 2 секунды быстрее реса, это вот это было бы прям вообще охренительно. На бусе, да, наверное. Согласен. Че там? Чатик на танке есть танк? Да, я согласен. Я буду сегодня целый день всех агитировать, смотреть и рассказывать, как им моя новая иконочка в Твиче и уже на Ютубе. На YouTube мы еще пока не заливали. Думаю, начнем заливать сегодня ночью, завтра утром. Ну, завтра днем. По чуть-чуть начнем переносить наши стримы туда. По крайней мере, те, которые на прохождение были. Вот. Ну да. У нас уже... Стильненько. Да, это переработанная фотка. Это фотка, но она не переработана, она прям перерисованная скорее. У меня есть девочка знакомая, которая сейчас занимается оформлениями. Вот. Она собирается, ну, планирует сейчас серьезно заняться оформлениями Twitch-страниц. И я думаю, мы ее будем раскручивать как раз с наших Twitch-страниц. То есть она первые дизайны будет делать нам, а там будет уже начинать принимать заказы там по каким-нибудь большим скидочным ценам. Вот. Но вот это ее самая-самая первая работа. Сделаем так побрутальнее чуть-чуть. Но вот это ее самая-самая первая работа, которая вот прям серьезно, более-менее серьезно вышла в свет. Вот. Так, герой получает незначительный урон, накладывает на союзника эффект щита. Не, пока не будем трогать. Постепенно восполняет здоровье стойкий бастион. Защита врагов, находящихся поблизости, ослабевает. Нет, символ усиления ставим. Так, погнали, чё? Так как мы планировали играть недолго, надо еще хотя бы 2-3 игры сыграть. Да, то есть это наша вот первая постоянная лога будет. Пока что. Думаю, может, раз в год, раз в 2 года будем обновлять, менять. Раз в год, наверное, буду Марии просить, чтобы она мне дарила их на Новый год или на день рождения. Видимо, это как традицию. Вот. Вчера поковырял. Сегодня ночью поковырял немного YouTube, поудалял оттуда там лишнюю инфу, которая была, заполнил я себе уже стартовую. То есть по моему никнейму уже можно найти YouTube канал. Он пока пустой, там есть одно видео, там был тестовый стрим на YouTube по Destiny. То есть он прям тестовый, я его пока оставил, чтобы канал не был совсем пустой, пока я не залил туда ничего. Вот, туда сегодня, наверное, перекочуют... прохождение, начало прохождения Assassin's Creed Odyssey и начало прохождения по Звездным войнам Fallen Order. И посмотрим, если оно начнет набирать хотя бы какое-то номинальное количество там просмотров, лайков, может быть, займемся прохождением дальше этих игр. Если нет, то проектов потенциально много, идей много. Будем заливать туда в любом случае ФХ. Почти весь, который есть с приором, может быть, выпустим через пару недель какой-нибудь свой гайдик на приора, когда раскатаемся, уже привыкнем. То есть он так и будет называться, что-то вроде нуба-гайда по темной приоре. Вот. То есть, может, выкатим какой-нибудь гайдик. Ну и посмотрим. Я буду еще долго думать, как мы будем выкладывать ФХ в целом. То есть мы будем забрасывать его в виде записи стримов,
или в виде нарезок. В виде нарезок не знаю, есть ли смысл, потому что нарезать толком нечего. То есть какого-то большого количества фана я здесь не вижу. А нарезать просто то, как меня статично, полустатично забивают толпой, как-то так себе. Вот, соответственно, или будем просто выжидать неделю, две, три, и раз вот в этот период времени будем заливать какую-то новую нарезку по приору. Вот, или будем выкладывать полноценные стримы туда, с расчетом на то, что видео будут называться чем-то в стиле «Учимся играть в For Honor», например, там «Учимся играть на приоре», что-то в этом роде, будем заливать туда тогда стримы полноценно с Твича. Вот. Посмотрим, в общем, ну да. В любом случае, так или иначе, на этой неделе YouTube уже заработает полноценно. Я добавлю ссылочку Twitch потом. А то есть YouTube уже редирект ссылка есть на Twitch. На Twitch на YouTube еще нету, потому как на Twitch зрителя больше. Люди смотрят чаще. И редиректить их на пустой канал как-то так себе. Вот. Еще, возможно, в этом году на YouTube канале появится обзор Xbox Series S от меня. Я планирую, если все будет хорошо, если повезет и все норм, то до Нового года приобрету себе Series S и попробую запилить на него обзор. Покажем людям, что это такое. Вот. Поэтому расчет где-то на такое. Ну и перепрыгнем сразу в ФХ на Xbox One S. Больше не будет. Мы будем дальше стримить и играть на Series S, потому что вот с этого патча, как раз с Mayhem, они запустили поддержку новых консолей. Вот, поэтому будем смотреть, как она будет выглядеть там. Так что да, со следующего года, с начала следующего года, может даже успеем в этом году еще, вот, мы уже будем смотреть на более красивую картинку здесь. Вон там приор плагиат. В такой же расцветке, только с другими этими полосочками. А это интересно будет. Интересно будет, чувак, это этот. Это предновогодний... будет предновогодний разговорный стрим. То есть что-то между стримом и подкастом. Где-то в середине 20-х чисел мы будем запускать там где-то 2-3-часовой предновогодний стрим с Костей. Вот, на котором будем делать обзор полноценных игр, которые мы играли в этом году. Вот, плюс какой-то номинальный топ. Вот, что в этом году в игровом мире вообще появилось. На что стоит смотреть, на что не стоит. Угу, до свидания. Вот. То есть попробуем что-то такое запустить. И дальше разговорники будут запускаться где-то раз в две недели, наверное. Посмотрим, как пройдет первый. Посмотрим, будут ли у нас темы для разговорных стримов, будем ли мы успевать придумать. Вот. Ну, плюс все очень сильно зависит от поддержки людей, да, от того, кого как. Это будет интересовать вообще в целом. Хорош. Я что-то не додумался, что он спрыгнет. Вот, поэтому... Основную активность мы вот... начинаем фактически вот с конца года. То есть вот у нас пошли уже подготовочки. Мы уже начали заниматься YouTube моим, по крайней мере. Вот. Костя наконец-то взял Xbox, то есть у нас уже пошли совместные стримы. Плюс, опять же таки, то есть вот с приобретением...
по сути, как бы с приобретением нового Xbox, старый никуда не денется. В первую очередь, Next Gen покупается не для обновы, а для того, чтобы появилась вторая консоль в квартире. Соответственно, это делается для того, чтобы мы начали запускать стримы с Ксюхой. То есть там, где микрофон, естественно, будет один, да, так же, как и сейчас. То есть вы будете нас слушать, так как мы в любом случае будем в одной комнате сидеть. Вот, вы нас будете слушать с одного монитора, но мы уже будем играть в какие-то полноценные проекты. То есть в любом случае там будет 100% какое-то прохождение Destiny, ой, Division. Ну вот, потому как это одна из основных игр, которую я очень хочу пройти с женой вместе, это прям мечта. Вот. Что я вышел тупо. Ой, блядь, дурак. Ну, нормально, это был отвлекающий маневр, так было задумано. Вот. Соответственно, игр будет много. Игр вот станет очень много. Того, что мы будем стримить, стримов станет больше, разнообразия станет больше. То есть много-много-много нового контента появится. Я не уверен, что Ксюха сядет в ПХ, хотя ее интересовало, она так посматривала, говорила, о, что-то интересно. Такая система боевки странная, интересная, то есть все прям так необычно. Вот, ее прям заинтересовало. Но насколько она прям сядет играть, я не знаю. Но я думаю, она в любом случае попробует, а там посмотрим. Ну и в Сидж она, может, и сядет. То есть у нее есть... До свидания. На лестнице он завис. Пошла отсюда. Вот. Так что да, контента будет очень много скоро. Очень много, очень разного. Я все не могу понять, почему до сих пор никто не спросил, когда начнутся стримы по Сиджу. Ой, по... Господи, по Сайберпанку. Вот. Ух ты, посмотри. Это ж наш любимый Центурион, да? А, нас к нам там вон бегут. А, он сюда перебежал. Или нет? Или да? Бежал же еще третий человек. Бля, я думаю, они втроем здесь разберутся. Надо эти точки захватывать. Но мы уже слили. Прям с концами. Вот, поэтому... Жека, расскажи, что хотелось бы видеть на канале? На YouTube-канале, на Твиче? Чем тебя можно заманить как зрителя чаще? Угу. Здравствуйте, спасибо. Блин, вроде поменял блока, она не сработала опять. Мне кажется, это все-таки FPS. Я не вижу того, когда должна сработать. Ну, то есть скорость отклика, короче, геймпада и картинки все-таки слишком разная. Больно. Затупил. Ну что ж вы делаете? Не успел опять.
Прям больно. Я не успеваю в этот раз. Заговорился, задумался, и все. И пошел, поехал. А, ну у меня команда, я понял. Там команда еще лучше, чем я. Угу. Ну да, то есть я по счету, я на втором месте. У нас просто команда ничего вообще не делала, судя по всему. Бам-бам-бам-бам-бам. Погнали. Расцветка, боевой пропуск, распределение войск, в атаку. Что-то такое чувство, что кто-то один зашел и влил туда 1100. Бред какой. Так. Карты мира. Давайте смотрим, что нам там нападают, потому что в любом случае не успею за... то время, которое нам отведено. Так, тут на кошку вообще, то есть мы можем его вообще распылить по-хорошему. Давайте разбираем. А меч у нас на что? На лекарство 200, да? Пока вешать не будем, посмотрим. И наша цветашность прилетела, которой мы пользуемся зачастую. Да. Она, конечно, менее брутальная, но мне эта расцветка нравится больше. Можно, кстати, поменять нам обратно нашу шоху повесить. Потому что можем. Потому что играем в Сидж. А мы там хоть что-то по приказам. А, ну один завершили. Хорошо. Что у нас осталось? 5 убийств, ни разу не умерев, можем взять, кстати. Так. Дуэли низкая, бойня средняя, в бойню можно попасть, в штурм можно попасть. Не знаю. Да ладно, погнали по битвам. Не будем выжидать долго. Бля, руки мерзнут, жесть. Сейчас пойду печку включу. Нормально, печка заработала. Даже одну руку отогрел, пока проверял. Интересно, насколько нам тремпу дали? Можно как-то узнать? Ага. На неделю статус легенда, да? Мы за эту неделю можем успеть качать его. Главное не забивать на эту неделю на ФХ. Можно спокойно приоров качать за это время. Успел пикнуть. О, да, кто-то уже за грифона идет. Еще одетый лучше меня. Нормально. Кто-то там наигрывает уже.
Блин, с нами Рабов Скай. Боже, что всем так эта карта нравится? Фу, она ж фу. О, понятно, им бота заменила. А, нам тоже. Все, хорошо. Это приятно. Здравствуйте. Я тоже так умею. А что-то вы тут издеваетесь над моим сопартейцем. Как вообще прошел этот ГБ? Не понимаю. Надо было отпрыгнуть от стенки. Гондурасы побоялись, что я их, короче, запинаю. Решили, думаю, да, давай хоть как-то. Два в один не захотели меня перебивать. Решили сбросить. Господи, какие сыкуны в игре. А где же настоящий мужской поединок? Ну шо, где? Где? Я не вижу. Ой-ой-ой, вы посмотрите, что она творит. До свидания. Чё ты мне мешаешь? Да ну ёп. Не успел. Не успел спарировать. Успел бы спарировать, я бы его ещё убил, скорее всего. О, он грифон. Сейчас отомстит за меня. Погнали на цель, наверное. Опа. Здравствуйте. Ну какие мы? Ну да, ну конечно.
Не успел чуть-чуть. Внезапная попытка реснуть. Не увенчалась успехом. Но я все на Си захвачу. Я не пойду до ФТ, я пойду захватывать Си. Я хочу прям сломать кому-то лицо и забрать точку. До свидания. Давайте пойдем точку заберем. Да в смысле, ну вы чё? Резай его давай. А я пойду Эй отбивать. И Би по идее тоже. Угу. Боже, какая прелесть, она защищает вообще идеально. Вейтом стамина много не тратится и при этом цепляет по три цели. Кто-то есть, а на Си там 3 в 1 играют, сейчас они его заберут. Плохо. Я не додумался пойти, нашего на ФК вообще стоит. Живи, друже, живи. Я бегу. Вот посмотри. Не успел. Надо научиться перекидывать. Я даже не понял, как я это сделал. А это же основная тактика. А, часть, по крайней мере. На перебросах можно нормально, особенно у авангардов, вот этих вот всяких. Универсалах. Их-то бы их там прям нормально прижигать можно этой штукой. Надо научиться это делать. Надо будет все-таки попрыгать в тренировке за приора. Минут 5. Приемы почитать, отточить. Я пойду Б отобью еще раз, там как раз кто-то бежит. Опа. Здравствуйте, ваша тетя. Тетя Приора. Ой-ой-ой. Он не рассчитал. Давайте зачистим еще одну пачку и потом пойдем. Угу, надо идти сейчас, я понял. Так, пошли на Эй, наверное. Блин, вообще не успеваю. Что за фигня? А спойлер прожать так подавно. Что-то прям печально мы отъехали. Ну, опять по большей степени из-за того, что посыпался. Не знал, что лучше сделать, апнуть нашего. Ну, бафнуть нашего скиллом. Или стать разобраться с ней сначала. Плюс она мне еще зажала так неприятно в углу.
Я попробовал выпрыгнуть пару раз, надо было сначала спарировать. То есть там тупняк на тупнике был. Грифон на эй. Пойдемте закаврим нашего. По лестнице пробежал, закаврим называется. О, у нас монах был, я даже не знал, это такого добра, походу. Нормально. Неплохо, скажем так, неплохо. Для первых игр это неплохо. Щит малый. 100% на кошку, я уверен. А не лекарство онли. Не лучше. Не будем даже перепрыгивать. Войска только распределим. Пусть слишком далеко. Схренали. Готов? Или лучше сюда, давайте сюда лучше. Хотя мы там играли уже. Ладно. Пусть будет перчатка. Нормально, нормально. Дробящий удар. Увеличение урона при блокировании. Снимать цели все эффекты. Что время? Давайте возьмем дробящий удар. Поиграем на пассивках пока немного. Привет. Привета, привета. Мы сегодня, да, чуть раньше начали. И ты чуть раньше запрыгнул. Джека отъехал куда-то. Джека, куда ты отъехал? Что происходит? Был и сплыл. Даже не попрощался. Фу. Фу таким быть. Я вчера твой стрим смотрел в основном. Это, короче, фича. Уникальная фича моего голоса. У меня очень много знакомых есть и было, которые засыпали, пока я с ними разговаривал по телефону. Там ночью если сидел, стрепался с кем-то. Под меня стабильно кто-то вырубался. Это прям фишка. Я не удивляюсь, на самом деле. Не то чтобы плохо. Заснул и заснул. Что там? Мы там успешно докатали одну или две катки еще Сиджа и во сколько, где-то в 3.15 закончили играть. 4.15 получается, наверное. Надо начать по МСК время называть, так что всем проще было. Тупаки его называешь, не все понимают. Погнали! Ломать! Ломать кабины! Ломать лица, ломать людей. Вон там кто-то тоже бежит. Опа! Вы далеко? Монах. Угу. Понимаю. Ай-яй-яй, мне дальности не хватило зацепить его. В МСК сейчас 23.43, но у нас 22.43, то есть да, все правильно. По МСК мы вчера закончили стрим где-то 4.15-4.30, где-то плюс-минус. Зато... А, ну отлично. Мы вчера получили наш новый аватар. Постоянный. Мы его вчера прикрепили уже в Twitch. Мы его прикрепили в YouTube.
Описание YouTube канала запилили. И вот-вот где-то... я думаю, с сегодняшнего, с завтрашнего дня начнем уже перезаливать все сейвы с Твича на YouTube. То есть мы поубираем вообще вот эту фишку хранения стримов на YouTube, ой, на Твиче, оставим буквально там пару видео будут держаться. Последние там, последние недели, например, стримов. Все остальное мы будем удалять. Вот, и будем перегонять все туда. Здравствуйте. Хочу драться со всеми. О, и вы хотите, да, со всеми драться? Ну, давайте. Чё там? Дядя Центурион отъехал. Отлично, остальных забрали. Молодцы, молодцы. Забираем точку, хилимся, идем дальше. Скажи YouTube, я подпишусь. Так же самое, на Матиус. YouTube на Матиус, можешь уже подписываться. Ссылка на YouTube появится, когда загружу первое видео. То есть завтра, я думаю, уже будет на Твиче ссылка на YouTube. Уже можно будет перепрыгивать. Вот. Пока что, я же говорю, он пустой, там пока ничего нет. Там есть один тестовый YouTube стрим. Мы запускали Destiny. Тестили стримы на YouTube на Destiny. Вот. То есть там есть Destiny. Вот. Соответственно, там же там есть 40 минут Destiny моего геймплея и все. Сейчас начну перегружать туда все. Будем смотреть. Смотри, смотри, что творит, а? Какой, а? Да вообще плевать. Да куда ж ты его толкаешь, меня? Ты посмотри, ну... Злыдень. Это хаотичное мясо происходит. Ребята не дефают нас, блин, из-за этого непонятно что. Он даже позволил мне добить. Лучший тиммейт, лучший тиммейт. Я подписался, спасибо, спасибо большое. У вас снег выпал? Как тебе сказать, снег? У нас град какой-то целый день идет. У нас уже полнейший гололед. Здесь выйти вообще из подъезда невозможно. Просто полнейшая хрень на улице. Но не снег при этом. Ну, типа, именно град. То есть, типа, как бы должен был быть дождь, но, походу, температура слишком нестабильная. Из-за этого он в процессе прям выпадает. То есть, он больше лупит по лицу, чем... До свидания. Вот они не дают добить. Я ж резал, в чем дело? Ну, чё не так? У вас минус один, у нас минус два. Ну, да, но у нас, я же говорю, у нас где-то с 5 часов дня осадок начался, и он прям такой какой-то лихомерзкий дико. Я же говорю, мы шли как раз в магазин, оно в лицо сыпет неприятно, прям аж больно. Я еще... Ух ты ж, жесть! Я еще сглупил очень сильно, вышел в шапке, а не в... Блин, не успел. А не в кепке. Так бы кепкой хоть закрывало. Но снэпбэком закрывала бы, в лицо не имела, а так и вышел в шапке, в лицо метет, блин. Фу. Отвратительно. Погнали, погнали. Надо бы отбить обратно. Не знаю, откуда это сделать.
Я знаю, откуда это сделать. Я... Главное, стамины все опять не потратить, а то сейчас они придут и зададут нам веселье. Боже, там чувак один в 300 дерется. Да я понимаю, братан, я не успел тебя резнуть, сорян. Даже добежать не успею к тебе. Я тут зачищу сейчас, чтобы дальше продержать точку. И потом уже пойду на A сразу. Без прихожане все трое на A. Вот это будет весело. Ну чё ты влез сюда? Ну это прям мой килл был. Два килла у меня своровали. О, наш любимый монах. До свидания. Дебил, блин, отойти не мог. Господи, тепло становится. Понимаем. Завтра у нас холодно. Да, завтра у нас прохладненько. Ну, я же говорю, температура не стоит. Да вообще плевать на самом деле на это все. Главное, чтобы выпал снег в этом году. Потому что вот на снег я прям очень молюсь. И все было бы не так страшно, если бы... Не трехлетний ребенок, который не помнит, как выглядит снег нормальный, и не помнит, что такое кататься на санках. То есть вот это от этого у меня прям горит. Вот. Поэтому надо тут больше ради ребенка надо. Так-то я бы и плюс 10 зиму спокойно проходил бы, даже рад остался. Футболка, пуховик или там кофта и балахон нормальный, меня устраивает. А так, блин, хрен С2. Боже, что происходит? Они без меня пофайтить не могут? Что за хрень? Еще и точку слили. Да я ж... Что происходит? Бредятина какая. У нас снег уже неделю, но мало. Но у нас тоже, у нас был уже снег, лежал немного, но вот прям от слова немного. То есть совсем прям понты. Противник воодушевлен. Не надо им воодушевляться. Давайте, погнали. Надо быстро сейчас пойти поломать их и все. И выиграть. Не хочу проигрывать эту игру. Давайте воодушевляем команду. Минус 2, минус 3. Отлично. Мы вовремя ворвались. И это будет наш. Отдайте мне его. Отлично. Сегодня будет другая игра? Да, я думаю, будет. Сейчас я не совсем понимаю, когда у нас будет запускаться Little Hope. 800 счет. Вот это я нарубил, конечно. Сейчас я напишу. Ксюхе спрошу, когда она будет. Снова малая не уснула, чтобы понимать вообще, будет ли сегодня Little Hope. Дальше будем встретить. Так, а вот у нас и первая от Бастиона будет. Отлично. Карте мира. Давайте распределим войска еще раз. Мы вот тут проигрываем немножко. Поменяем сейчас шмотки и будем смотреть... Какая игра будет, это зависит от того, что у нас будет сейчас вообще дальше происходить. Сейчас я же говорю, я через пару минут только узнаю у Ксюхи, будет ли она играть. Если да, то мы закончим прохождение
The Dark Pictures Anthology Little Hope. Ты предыдущей части вроде не смотрел, соответственно, я залью их на YouTube завтра. Их можно будет посмотреть на YouTube. Вот, полное прохождение. Сегодня, я думаю, будет как раз финал. Будет окончание. Поэтому смотри там, как получится. Так. Выбираем наручи. А теперь смотрим. Щит у нас выполнен. Нам такое не надо. Давай тяпаем. То, где у нас есть хил. Апаем лечилку на макс. Ага, все. А, нет, это не макс. Давай, ладно, давайте доберем. Отлично. Вот, мы вернули наш перк. Теперь в наручах. Вот в этих мы качаем бастион. Ага, это максимум, да? То есть у нас здесь бастион... А, ну 100, все правильно. Все нормально. Здесь у нас бастион несет 100. А здесь у нас бастиона нет вообще. А где у нас еще был бастион? Здесь у нас бастион 100. 100 база, рукоять у нас бастион 100 база, и клинок у нас хил не подходит, все не подходит. Смотрим еще раз. Ну, нормально, ладно. Смотрим, так или иначе, у нас 600-300, у нас уже половина перка есть. Ноги. Символ. Че у нас там открылось? А, понимаю. Геральдика. И расцветка, да, открылась. Расцветка красная. Ну, такое. Мне нынешняя расцветка нравится больше. Так, сейчас, одну секунду. Да, классный смайлик. Понимаю. Да, Google. Издевательство над моим языком. Скажи, что? Что сказать? Я не знаю такой буквы. Точнее, звука такого не знаю. Букву-то знаю, твердый знак, а вот буквы нет. Не знаю такую букву сказать, не смогу.
Ну, мы, наверное. Стрим по Little Hope начнется где-то через часа, через час-полтора. А сейчас мы, наверное, перепрыгнем. Посмотрим, сейчас или Сидж, или Вигор. Давайте сейчас этот стрим прервем, чтобы я их разделять мог. И просто, если что, перепрыгивайте.